Вот идеальный папа. Французский нападающий Антуан Гризман уснул с сыном на руках. Вероятно, ему снится море, ведь сына он назвал Омаром. Дети Роналду тоже хотели бы поспать, но папа всюду как призрак с футбольным мячом. Он учит свою мини-команду играть в футбол утром, днем и даже вечером, когда все уже в пижамах. У Роналду четверо детей. Перецеловать всех одного тайма мало. Супермодель Ирина Шейк рассталась с актером Брэдли Купером. Теперь выясняют, с кем останется их прекрасная дочь Лея. Они назвали ее в честь героини «Звездных войн». Купер обожает Лею. Она ведь так похожа на него в детстве. Дочка? Она невероятная. А принц Георг – копия деда Чарльза. Кейт и Уильям отвели Шарлотту, Георга и Луи в дикий сад в Челси. Там в дикаря превратился их папа, принц Уильям. Дети любят природу, поэтому Дуэйн Скала Джонсон с дочкой среди роз, а мстителя Джереми Реннера занесло в огород. У нас все чисто. Мускулистые папы самые добрые. Поплакать на груди Ченнинга Татума любит дочь Эверли. А Джейсон Стейтем смешнее своего двухлетнего сына. Это ему нужна панамка и ложка. За папу и маму. А я привык делать то, что не должен делать. Дочери музыканта Адама Левина чаще видят папу по телевизору. В редкие минуты с детьми у него волосы встают дыбом. Что говорить о жене Бихати?